Итак, всем привет, это у нас Gadget News. Компания Yumidigi официально представила флагманский смартфон S2 Pro в цельнометаллическом корпусе. Одной из главных особенностей устройства стал 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18 к 9, который занимает 90% площади передней панели. Модель также оснастили емким аккумулятором на 5100 мАч и двойной камерой. Ожидается, что в продажу S2 Pro поступит уже этой осенью. За производительную работу Yumidigi S2 Pro отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25 с тактовой частотой 2,6 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти и Android 7.0 Nougat. Для удобного хранения данных предусмотрено 64 ГБ встроенного хранилища. Аккумулятор смартфона емкостью в 5100 мАч обеспечит до 2 дней работы в режиме интенсивной нагрузки. Основная камера новинки включает в себя 13-мегапиксельный и 5-мегапиксельный сенсоры производства Sony. Габариты Yumidigi Pro составляют 158,3 мм по высоте, 74,8 мм по ширине и 8,8 мм толщина. Смартфон Yumidigi S2 Pro поступит в продажу в октябре этого года. Между тем, любой желающий может принять участие в конкурсе Yumidigi и попытаться выиграть флагманский S2 Pro. С подробностями о новинке и условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте производителя. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!